Спасти жизнь тому, кто еще не родился. Активисты фонда «Женщины за жизнь» призывают поддержать будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и по этой причине готовых сделать аборт. В Екатеринбурге благотворительный хоккейный матч звезд, а в Москве велофестиваль в поддержку амурского тигра. В активной среде расскажем, как провести ближайшие дни с пользой. К нормальной жизни после длительного бродяжничества. В рубрике «Один в поле воин» история томича Рената Шашаева, которому местные волонтеры помогли вернуться с улицы домой.